Средний танк с тяжелым. Легкий танк пришел на помощь.
Нормальные герои всегда идут в обходу. Thank you.
Любим это прокатиться. Еще канал. Три.
Thank you.
новая коллекционная бета-сессия. Пейзаж. Место для укрытия. Прямо взять хочется. Поздравляю! Ваш план исследовал третий уровень снабжения. Участвуйте в боях на технике не ниже пятого уровня и вносите свой вклад в открытие клана новых уровней снабжения. Чем выше уровень снабжения, тем больше бонусов и специальных плюшек доступно плановым игрокам. Но 5% на шоколад, колу, чай, тушенку не могут спасти гигантов мысли и отца русской демократии. Тем более, что мы это все не используем. Не используем. И рогалики тоже.
не используем. Мы же аскеты. Аскетичные танкисты. Это не спортивно. Использовать вот эти вот все плюшки. Как же это не спортивно. И вот самоходка эта у нас не куплена, а вывалилась. Откуда вывалилась? Из контейнера. Вот отсюда. Отсюда. Су-100-вай. А что мы хотим, чтоб вывалилось? Мы хотим, чтоб вывалилось. Вот эти два. Нам нравится. Вот Т-25. А, прелесть какая. Моя прелесть. Не используем. Это у нас как было в начале. С этим пришло. Так. Амуницию тоже не используем. Внешний вид меняли. Оборудование мы покупали. Аскет. Что с нами взять? Мы сегодня заканчиваем. Заходите еще. Подписывайтесь, если что. Лайкайте. Только тихо. И молча комментируйте.